Ну чё, идём вниз. Тут можно даже этих не убивать. Можно даже никого не убивать. Просто пойти направо, свернуть и все. Фу, как я рад, что я нашел эту фигню. Чё скажешь? Осторожно, враг. Лол. В Dark Souls это просто лучшее предупреждение. Не. А ты говно, ты хочешь на меня вообще идти? Ну, не самое идеальное, конечно, получилось, но... А ты что скажешь? Костер впереди. Это я заметил. Так. Ну чё? Говорят, что босс сейчас будет. Это... А мне бы призвать на помощников, типа. Я бы не отказался, на самом деле. Почему-то... В какую жопу он меня везет? Бля, в натуре босс. А чё, может... Ёбаный, я уже... Я уж было... Обделся. А чё это я начал ходить? За это нажал каким-то образом. Так, открыть. Заперто. Да что тут есть хоть что-нибудь не запертое? Так. Я знаю, что там босс. Что мы будем с ним делать? Я полагаю, что мне нужно призвать кого-нибудь. Для этого мне нужно обратить опустошение. Это ж теперь делается не у костра, а прямо здесь. Да. Человечность восстановлена. Так. Теперь. Еще. О, да тут куча. Прикоснуться... Призвать Фантом Пейт. Конечно, призвать Фантом Пейт. Next. Конечно, призвать Next. Добродушный Пейт. Призыв невозможен, знак пропал. Ну ладно, Пейт это NPC, я так понял. Вон там еще знак призыва. Ничего, я это... Так. Сир Валькерс. Хорошо, Сир Валькерс. Знак пропал. Сука, какие же вы... И этот... Непостоянные. Акипальдиш или типа того. Мне надо отхилиться. Во! Акипаблиниш. Акипаблинш. Ну, чё? Акипаблинш. Вперед! Войти в туман. О! Смотрите. Это то дерево. Оно только больше, и у него нет глаз. Что за... Ёб твою мать. Серьезно, да? Это... Какой он по размеру? Как 3.33 я. У него какой-то камень в ноге, в спине, то есть. И нога в... Ёб твою мать. Пошел ты. По ногам ему. Хуярим, хуярим. Умираем. Пьем фляги. Добродушный Пейт, танкуй, друг. Танкуй. Я боюсь лишние удары делать на самом деле, потому что я полагаю, то что... А, я это... Ёб твою мать, я думал то, что я смогу отбежать. Почему я встал? Мне же не надо стоять, чтобы... пить эстус. Давай, под... Ёб твою мать, недостаточно места на диске. У меня моя программа записывающая, блять, меня подставила жестко, свернула игру мне. Сука. Так, я умер.
Ну, чё-то я думал то, что парни будут посолиднее, которые со мной, если честно. Во-первых. Во-вторых. Ну, какого хера? И в-третьих. Ну, ё-моё. Недостаточно места на диске. Значит, надо кое-что удалить с диска. Watch Dogs, например. 3 часа геймплея. Давай с лука. Нет, ну, бля. Боссов с лука, конечно, я понимаю, что тяжело убивать. Хотя, если они будут его танковать, а я просто херачить из лука, то в чем проблема-то? Вот, вот реально, в чем проблема? Они танкуют, я херачу. Хм. Так, ладно, давайте попробуем. Проблема в том, что у меня куклы призыва скоро кончатся, и вот... Это будет действительно проблема, мне придется соло его убивать. А я вообще не готов, если вы еще не в курсе. 60 стрел есть, я думаю, хватит на босса. Дрила, блядь. Бля, Dark Souls с этими невидимыми стенами это просто атас. Так, значит, чё? Сэр, ну тут как минимум можно призвать этого. Соло рейдинг. Конечно, соло рейдинг. Сильвер. Человек. И добродушный Пейт это NPC, да? Фантом. Может лучше пару человек призвать вместо одного фантома? Вместо одного этого, то есть. О, смотрите, он выглядит серьезным парнем. Нет, он такой же мудак, как я, бесполезный, скорее всего. Так, поприветствуем. О-о-о! Сейчас еще чувак призовем кого-нибудь одного. Ты только погоди. Дай время. Сир Валькис какой-то. Человечность не просирай. В смысле не просирай? Мы втроем не смогли загасить этого босса. Вы думаете то, что я один его замочу? Не лучше у НПС куча ХП. Да и, бля, они тупые зато. Так. Лол. Он уже умер. По 14 нормально наношу. Блять, зато не умру. Не-не-не, ты че пошел? Ёбаный, почему ты, блядь, не трогаешь? Сука, у меня ХП слишком мало, чтобы он мне еще удар нанесет, я умру. Меня, конечно, польза, блядь, я не знаю, как это. Хотя вот по 40. Может, от расстояния зависит? Или это... А, это они по 40 убьют. Да хер. Вот поэтому я и не хотел его бить вблизи, потому что тяжело отменять атаку. Душа последнего гиганта, солдатский ключ. Так, ребят. Еее! Типа да. Типа круто. И все, и мы с вами прощаемся, да? Блин. Я бы хотел на самом деле.
Хотя, что тут прикасаться к пятну крови? Тут и так все это понятно, кто как умирает. От босса, блин, хочешь умереть, и никак нельзя. Очень хорошо. Да, очень хорошо. Суть в штаны я бы оставил. Куча призывов. Я полагаю, это ключ от этой двери? Что? Нет? Бля, вы такие гении. Босс, которого легко соло убить. Я вот соло его сейчас, да. Два раза подошел, два раза огреб. И у меня одна эстус фласка осталась. От какой двери ключ? Наверху которая? Там была вроде наверху дверь. Возле костра. 9000, кстати, душ. Надо прокачаться. Пока я, бля, в очередной раз не сдох. Я, пожалуй, именно это и сделаю. Ты-то тут хули забыл. Вот уж чем мне точно не хочется, так это умирать. Восславь солнце. Блять, перестаньте говорить эту фразу. Я не понимаю, что значит восславь солнце. Меня пугает это. Ну, вот, стрелы говно, стрелы говно. И получить урона. Это вам не восславить солнце. Вот тут наверху дверь вроде бы, да? Или я что-то путаю? А, я ее выбивал. Точно. Значит, где-то в другом месте. Где-то там. Может, где-то тут. Ладно, в общем, восславим солнце. Пойдем к костру. Преследователь. Легкий. Его из арбалета легко убить. Так, короче, ясно все с вами. Мне до следующего босса дойти еще 3 часа времени понадобится. Этих кукол, думаю, найду пару штук, если мне надо будет. Я до этого босса шел... Сколько? 2 часа. Парируешь первую атаку? Да, парируешь первую атаку. Вот это вот парирование, это мой конек просто. Второго. Махачкала. Ща я как у тебя апнусь. Ого, розово-волосая херня с огромной дубиной. Страшно. Чё, ловкость апать? Или может адаптацию? Увеличивает подвижность и различные показатели сопротивляемости. На самом деле силу тоже было бы неплохо апнуть. Типа. Потому что некоторые штуки силу просят. Жизни апать имеет смысл? Давайте посмотрим. Посмотрим, что мне посоветуют в чатике. Силу есть смысл апать? Вообще есть хоть что-нибудь мне смысл апать? В первой части до 16 надо было в основном основные характеристики вроде бы поднимать. Уделяет максимальный груз. КП апать. Что-то сомнительное, если честно, КП апать. Хотя... Адаптацию не трогаю вообще. Ну ладно. А, вот, тут же выделяется, на что она влияет. Сопротивление, баланс, ПДВ. А, баланс это для рыцарей, наверное, круто, которые блокируют там ХП. На что ловкость? Я только заметил, что тут выделяется. ХП у меня поднимается, когда я ловкость повышаю. Ну-ка, тут сколько будет? 920, 30 ХП. А заодно повышение ловкости. 2 ХП. Клёво. Так, увеличивается атака, от кровотечения бонус, физическая защита немножко. И все, да? А нет, силу вообще не имеет смысла лапать, она только здоровье повышает. Так,
Информация must have. Бля, вы кончайте угорать, я же не знаю ни хера. Ладно, сделаем вот так вот. Мне надо еще на стрелы оставить. Если вы думаете, что я забуду купить стрел, вы сильно ошибаетесь. Так, купить предмет. Кстати, меч я так и не нашел, про который мне говорили. Не покупай этот меч, ты себе купишь другой меч. Нет, это слишком много. Давайте еще вот так. 640 душ, в принципе, немного. Как минимум надо 14 силы. Поздно. Лучше хп при таком нубском прохождении ваншотить будет. Бля. Ну, окей. I'll be around, if you make it back. А может ты мне лук какой-нибудь продашь нормальный? Слышь? You again. Да снова я. Есть луки? Луки. Не, луков нет. А тут у нас что? Титанит. Усиливает снаряжение. 800 стоит за штучку. Так, но я не вижу смысла улучшать мое оружие, потому что думаю, что оно не стоит того. Я прав? Маги для трусов. Не знаю. Маг, по-моему, в РПГ это самый тяжелый класс практически во всех РПГ. Так, надо теперь найти, бля, от какой двери я нашел ключ? Закрыто было, вот, например, здание закрыто. От него я ключ нашел? Нет, не от него. Так, мне сказали к Нигеру подняться на второй этаж, кстати. А, точно, лестница, я ее не заметил первый раз. Снова привет. У тебя, может, есть новый клевый лук? Не, у тебя щиты и всякая шляпа. Блин, он даже не пишет мне, насколько она лучше моего. Что? Показать информацию на X. А что за кнопка X? Ну да, это не та информация, которую я ожидал. Ну ладно. Думаю, что броню тоже особого смысла покупать нету. Все-таки броня не оружие. О, сундук. Так. Так, и... Вы мне в итоге так и ничего не сказали. Осколок титанит. То есть это для заточки. Но... Вы мне так и не сказали, мне стоит затачивать что-то. Мои эти. Мое текущее оружие. Или не стоит? Будем считать, что не стоит. Слишком уж оно слабенькое. Так, значит, чё? Бля, надо искать дверь, которую открывает это говно. Ключ, я же залутал ключ с босса. Где оно, кстати? Батя, может что-нибудь с этим делать, помимо того, что выкинуть? Что-то он место занимает. Подсвечники какие-то. Длинные луки одинаковые, да? Я даже не вижу теперь, какой ключ я залутал и что я, собственно. Получить множество душ или, может быть, я полагаю, пригодится в дальнейшем. Бомба, колдовская урна. Взрывается и наносит урон магии. На время увеличивает удачу. Ставит знак призыва. Разве белый мелок оставляет знак призыва? Он же вроде позволяет писать всякую фигню. По-моему... Разве нет? По-моему, белый мелок позволяет всякую фигню писать. Сначала определись, с каким будешь ходить оружием. Вы такие странные. Каким образом я должен определиться? Я не знаю, какое здесь есть оружие. Сейчас я говорю то, что мне нравится меч. А потом я найду какую-нибудь елду и скажу, о, эта елда круче, чем меч. Какой-нибудь кинжал. Потому что там он быстрее атакует. Или что мне в голову взбредет. Блин, туда идти смысла, наверное, нет. Наверное, рано. Я не знаю. С ней я говорил. Может, с кем-нибудь еще поговорить? Куда идти, скажите мне? По мне, так Лонгсворд сильная атака из двух рук для начала самое оно. А я не представляю, как мне жить без
этого. Без щита. Хотя я ни хера не парирую на самом деле. Может вот так вот лучше ходить? Так быстрее будет атаковать. Не, ну блин, слишком долгий замах. Есть какое-нибудь оружие, которое я прям жму левую кнопку, и он сразу убил. Это, удар делает. Потому что вот с таким замахом вообще меня не впечатляет. Я, как и ты, лишился всего, теперь я здесь. Думаешь, что это дерьмо, все неправда, бла-бла-бла. Ну и что мы тут пишем? Свет. Тьма. Да. Буквы стерлись. Вы же не Ванг. Я же тоже не Ванга, я же не знаю, какое оружие здесь есть в игре. Чтобы найти, чтобы сказать, какое мне больше подойдет. Зато так я выгляжу как какой-нибудь анимешный там Ройден из Metal Gear Rising. Бегу с мечом здоровым, а потом так на! И умираю, скорее всего. Так, ладно. Попробуем еще немножко осмотреться в этом лесу. И потом уже решим, собственно. Так. У меня появился какой-то ключ. Я не помню уже, какие двери были заперты здесь. Но помню, что какие-то были. Может, сюда мне надо? Отсюда я пришел в самом начале вроде. Ага. Ключ солдата. Лонгсворд качал в молнию. Это че? Это оружие, типа, сделать? Хорошо, мне нравится. Халявные души. Правда, все равно непонятно, куда идти. Но тем не менее. А вот дверь какая-то. Она была закрыта. Нет? Нет, она не была закрыта. Здесь я взял кусок фляги. Бля, поднялось говно. Хорошо, да. Пожалуй, стоило сразу в две руки взять оружие. Хотя... Это такое, знак призыва. Зачем мне кого-то здесь призывать, интересно? Так, только нужно успевать уходить от ударов. Вниз под костра по лестнице. Окей. Я уже не помню, где я дверь встречал закрытую, но будем считать то, что, допустим, вниз от костра. Вот он, вниз от костра. Так, тут надо сначала подождать, пока это говно подойдет. А может не ждать его? Взять инициативу в свои руки, так сказать. Ловкость-то прокачал. Теперь вон 2-2-8 урона наношу. Кто же ждал-то такого, такой прыти от меня? Я, кстати, опять... Блин, на N оружие переключать неудобно. На N. А, вот дверь. Использован солдатский ключ. Хорошо. Так. Новые приключения меня ждут. Бля, черепахоголовый снова. Еще и тут говно слева. Так. Он что, уже... Ёб твою мать! Он не один тут? Одну ты же не сможешь тут пройти. Бля, может! Так. А тут?
А тут не может. Ну чё, друг, я познакомлю тебя с моим другом Луком. Блять, они познакомили меня тут со своим другом тоже. Эй, педрила. Тебя вообще учили манерам, чмо? Со спины он будет мне нападать. Вот, моего друга спугнул. Бля, он не выделяет его. Да господи, перестань, блядь, разворачиваться. Просто возьми его в таргет. Твою мать, я думал, ты не сможешь здесь пройти. А ты просто не хотел. Подожди, я устал, дай отдышаться. Забавно у них, конечно, агро. Типа ему сказали, охраняй ту комнату. Он такой, окей, я буду охранять ту комнату. И не выходи из нее. Так, и там еще один был, да? Или там был не черепаха-головый? Нет, черепаха-головый тоже был. Или они, видимо, стены. Ладно, с этим разберемся сначала. Хм, забавно, далеко, когда они находятся, FPS как будто у них проседает. То есть именно он лагает, а не это. Ой, и тут есть хедшоты. Видите, как клево. О, у него радиус еще меньше, чем у предыдущего. Прикольно. Получи по спине, панцирь. Много таких черепашек, говорите? То есть мне надо учиться убивать их не из лука, а самостоятельно, да? Ну иди сюда, мой сладкий бубалех. О, лут. Лут, это хорошо. Черная огненная бомба, косточка возвращения. Ну ты и пидор, серьезно! Кто, бля, ожидал, что это говно сейчас кинет в меня говно? Когда следующая смерть? В следующем стриме? Ну, не знаю, не знаю. Как пойдет. Блин. Блин, говно с щитом. Факел. Факел. Это как факер, только факер. Начну я с хедшота. Так. А, как так вышло то, что там, блядь, нету прохода? Сука. Я же пришел, блядь, оттуда. Бля, это говно просто моментально, короче, блочит. Хрень. Ну, мерзость, а. Так, что меня тут ждет? Так, кто-то там дерется. Лол, черепаха. Блять, стрела в колено. Не прячься за черепаху, чмо. Бля, еще я выстрелил нечаянно. Не наебнуться бы. Хотя насчет наебнуться, черепаха, как ты относишься? Да ты пидор! Черепаха.
Как ты относишься к тому, чтобы наебнуться с большой высоты? Насмерть. Лол. Ты прям... друга позвал? Так, я так полагаю, то, что мне надо учиться убивать их самому, да? Ну, правда, тут совершенно неудачная площадка для обучения. Да, я, блядь, прям лучшее место для обучения выбрал себе. Сука, не вздумай. Угу. Почти обучился. Чуть-чуть осталось. Сука, на такой узкой площадочке сделали. Бля, короче, я рот шманал вообще их. Больше одного удара просто нельзя делать. Просто нельзя делать больше одного удара. Я делаю два удара, и я не успеваю вернуться. Вот такие вот дела. Ну чё? Я не знаю, имеет смысл вообще продолжать. Далеко опять идти, куча врагов, все дела. Я снова не человек. Стрелы кончаются. 49. Я ж 120 только-только купил. Да.